Привет, дорогой друг. Хочешь узнать, как можно заработать в интернете без вложений? Тогда смотри это видео до конца. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня хочу поделиться с вами реальным заработком в интернете. Доступен данный заработок абсолютно для всех, от школьников до пенсионеров. Сегодня мы поговорим с вами о кэшбэк-сервисе, который называется EPN. Вот. Ссылочку на сервис оставлю в описании. Переходя по ссылке нам предлагают зарегистрироваться как покупатель, либо как вебмастер. В данный момент мы хотим не только возвращать кэшбэк со своих покупок в интернете, но и зарабатывать на этом. Соответственно, мы регистрируемся как вебмастер. Если вы хотите совершать покупки и с этого получать кэшбэк, то можете зарегистрироваться как покупатель. Так, проходим регистрацию. Мы зарегистрированы, у нас сразу перебрасывают в личный кабинет. После вашей регистрации у вас открывается личный кабинет свой. На верхней панели мы видим статистика, инструменты, мои площадки, новости, техподдержка, часто задаваемые вопросы, оповещения о новостях и наш баланс. В скобках указан баланс, который находится в обработке. То есть человек сделал заказ, но товар еще не получил. После того, как он подтверждает покупку, наше вознаграждение становится активным, и мы можем вывести. Вывод тоже осуществляется на очень много разных кошельков. Здесь доступны кошельки WebMoney, долларовый, рублевый, Kiwi, Яндекс, банковские переводы, банковские карты. В общем, я думаю, проблем с этим вообще не составит. Так, дальше. Заходим. Что касается часто задаваемых вопросов, здесь все понятно, техподдержка понятна, новости. Здесь вам приходят последние новости, нововведения, либо акции какие-то. Дальше, что нас интересует? Мои площадки. Изначально заходите в мои площадки, и вам необходимо добавить свои площадки. То есть это будь в соцсетях какие-то группы, страницы, на видеохостинге какой-либо канал, может личный свой сайт. В верхнюю строку вы указываете ссылку на свою страницу либо сайт. Дальше выбираете офер. Это тот магазин, товар которого вы будете продвигать. То есть, ну, у меня везде AliExpress. И третье, здесь вы выбираете, что это у вас, сайт какой-то, сообщество в соцсетях, кэшбэк, там сервис какой-то, мобильное приложение, либо вы будете заниматься рассылкой с электронной почты. Вот. После того, как вы здесь заполнили, добавляете, нажимаете добавить площадку, заходите в мои площадки. Вот здесь у меня уже подтверждены группы там в Одноклассниках, ВКонтакте, YouTube канал, Фейсбуке. Изначально у вас будет статус проверяется, по-моему. После того, как проверят статус, вам разрешают, вернее, проверят страницу, вам разрешают публиковать ссылки в тех или иных группах, контактах, сообществах и так далее. Дальше, что нам необходимо теперь? Заходим в инструменты. В инструментах на первоначальном этапе нам нужны только партнерские ссылки и deep link. Давайте разберемся о партнерских ссылках. Заходите. Чтобы создать партнерскую ссылку, это та ссылка на товар, по которой, переходя, покупатель покупает данную продукцию, вы получаете вознаграждение. Как же ее создать? Ну, давайте, например, сделаем ссылочку на игровую клавиатуру. Игровая клавиатура. Название креатив у нас будет. Офер получается AliExpress. Заходим на AliExpress. Также ищем игровая клавиатура.
Вот. Настоятельно рекомендую вам выбирать к выбору товара, подходить очень серьезно. Это для того, чтобы не потерять доверие своих, ну, своей аудитории, скажем так. Вот. Читайте отзывы о продукции. Смотрите, еще важный момент. Обязательно нужно смотреть, чтобы товара было в достаточном количестве. Допустим, смотрим здесь 995 штук. В принципе, как бы нас это устраивает. И цена подходящая, и отзывы, в принципе, хорошие. Я вам советую почитать еще отзывы, что пишут. Дальше. Что мы делаем? Нам нужно скопировать ссылку. Ссылку копируем до HTML. Копируем, потому что дальше там идет тоже партнерские какие-то программы, партнерские ссылки. Данная ссылка, которую мы копируем, это непосредственно ссылка на данную продукцию. Так, заходим дальше. Вставляем ссылочку. Далее нам предлагают поставить галочку «Использовать для привлечения пользователей кэшбэк». Я советую вам всегда ставить. То есть, дальше создаем. Я сейчас покажу, что будет, если поставить, либо не поставить. Игровая клавиатура. Вот у нас ссылочка появилась здесь. Здесь получаем партнерскую ссылку, нажимаем. Здесь вам предлагают код для вставки. Также здесь есть два сервиса по сокращению ссылок. Это Alipub и Godbuy. Я пользуюсь Alipub. Копируем ссылочку. Давайте ее проверим с вами. Да, ссылочка у нас работает. Вот видите, вверху появился баннер у нас. То есть это будет баннер непосредственно на привлечение рефералов. То есть если человек зарегистрировался по данной ссылке, он, получается, становится вашим рефералом. И в дальнейшем, который он будет делать покупки, вы будете получать за это вознаграждение. Вот, с этим все понятно. Если вы не поставите, то, соответственно, такого не будет. Дальше, переходим. Диплинк. Что такое диплинк? Если партнерская ссылка – это продвижение какого-то конкретно товара, то диплинк – это продвижение группы товаров. Ну, допустим, давайте напишем смартфоны, да? Смартфоны. Дальше также заходим на AliExpress, набираем смартфоны. Сегодня. Также копируем. Здесь ссылочку можно копировать полностью. Копируем ссылку. Вставляем. Ставим галочку «Создать диплинк». Так, давайте проверим с вами. Все, переходя по данной ссылке, вот у нас будут все смартфоны. То есть, если человек зашел и в течение 3 дней приобрел данную продукцию, то есть вы получаете вознаграждение за это. Дальше. Теперь данные ссылки вы берете и продвигаете в тех соцсетях, в группах, на каналах, на сайтах, на которых вам разрешили модераторы сервиса EPN. Так, теперь переходим в статистику. Статистика общая. В общей статистике у нас отображаются те клики, переходы по ссылкам, которые вы распространяете. Здесь, я думаю, все понятно. Дальше. Транзакции. В транзакциях отображаются те покупки по ссылкам, которые вы также, да, продвигаете. То есть по ссылке кто-то купил товар, он будет отображаться здесь. Здесь получается оборот, то есть это стоимость покупки. Итого — это та сумма, которую вы получите в долларах. Так, и третья — реферальная ссылка. Ну, реферальная ссылка пока у нас пустая. Вот, соответственно, вы привлекаете
рефералов, заходите в инструменты привлечения рефералов. Также смотрите, здесь можно баннеры создавать, купоны, очень много всего разного. Так, дальше рефералы, привлечение рефералов. Первое, реферальные ссылки для EPN. То есть, да, вот эта ссылка получается, это ссылка для регистрации как вебмастер. Нажимаете получить, сокращение, Alipub. Копируете и также, да, распространяете ее. То есть вот он получается главная страница, на которую вас выбрасывает изначально. Вот. За привлеченных веб-мастеров вы получаете 5% от его дохода. От его дохода, не от общей суммы покупки, а то, что он получает. Реферал получает так же, как и должен получать. Это платит партнерская сеть, никак не реферал. Реферал должен получить, грубо говоря, свои там 10%, он их получит. Вы получите с этих 10%, то есть сумма, грубо говоря, там 100 рублей, да, у него он заработал, вы получите с этого 5 рублей. Вот, и здесь ниже ссылка для привлечения покупателей. То есть, если вы привлекаете покупателей, которые не зарабатывают, а просто хотят делать покупки для себя и возвращать кэшбэк с этого. То есть, первые 30 дней вы получаете 20% от его дохода. После 30 дней вы получаете 30%. Вот, точно так же получить, сокращение, копируете, распространяете. Вот. Ну, я думаю, на этом все. Будем с вами прощаться. Если остались у вас какие-то вопросы, всегда буду рад помочь. Пишите сообщения, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо. Думаю, всем было полезно. Всем пока.